Челябинский металлургический свою историю начал без малого 40 лет назад. Суровой зимой 42 года на эту заболоченную площадку стало прибывать оборудование из прифронтовых городов страны. Через год завод уже стоял, а в апреле 43-го Михаил Белозеров прокатал здесь первый слиток металла. И вот завод празднует выпуск 100-миллионной тонны проката. Победой в соревновании бригада Сергея Горяева заслужила право выдать юбилейный металл. Челябинские металлурги на торжественном митинге единодушно решили внести весомый вклад в фонд пятилетки, достойно участвовать в движении 60-летию СССР 60 ударных недель.